мир вашему дому. Сегодня по народному календарю православных христиан празднует День Зосима. По законному календарю православная церковь сегодня чтит память священномученика Симеона Тезифонского, епископа Персидского, Есми мучеников Авдилая и Анании, пресвитеров, Куздазата, Евнуха, Фусика, Азата, мученицы Аскетрея и иных многих, преподобного Акакия, епископа Мелитинского, преподобного Зосима, игумена Соловецкого, празднуется обретение мощей преподобного Александра Свирского, игумена, преподобного Паисия Киевского, Христа ради Юродивого, святителя Агапита I Папы Римского и другие православные святые имена, которые вспоминают в этот день. Поздравляем всех с праздником, всех, кто родился в этот святой день. Желаем здоровья, счастья и благополучия. Светлая память ушедшего в мир иной.